А миску-то я убрала. Я ее отнесла помыть. Еще не принесла. Он ищет мисочку, бедненький. Чучунчик. Давай я тебе помогу. Скажи, непонятная высота. Садись. Давай, давай. Вот, молодец. Вот так. Садись. Вот, молодец. Миску сейчас тебе верну, чистую. Да? Мышку он спрятал, газетки покрошил. Я не знаю, зачем он крошит газетки, но он мышь прячет в тот уголок, ну или в другой, а потом идет и крошит газетки. Скажи, я просто мышь тоже стал. Да? Обиженный луч сидит. Выдали ему лекарство, и он обиделся. Да? Ну ладно, сейчас я пойду за миской для Чунечки. А то ему он привык, что с нее прыгает на эту жердочку. И тут ему не хватило этих, сколько там, 8 сантиметров. Да, сейчас принесем. Я тут собиралась, убиралась, собиралась. Потеряла лучик. Ну, то есть я не тут убиралась, тут я бардак навожу. А вот тут я у Кутуши убиралась. Потому что скоро сюда переедет еще ХЗ. Сыч. ХЗ. Ну так вот, я что-то не пойму, где луч. Он все ломился, ломился сюда. У тебя есть луч тут? Нет. Никого. То есть луч хотел сюда. Следил за нами оттуда. А потом куда-то пропал. Мне сейчас надо лезть на чердак. Мне надо просто открыть вон ту дверь. Я специально сейчас открыла вот эту промежуточную, потому что там морозилки нагревают помещение, и сейчас отопление идет от морозилок. Вот, ну, чтобы температуру уравновесила. Но я никогда не открываю входную дверь, пока глазами не увижу этого засранца. И что он именно здесь или где-то там, а не вот в этом помещении. А тут он лазит. Лучик! Мне вот это все надо на улицу вытащить. Луч! Ну, обычно он как-то вот лазит, шуршит, его видно, слышно. Здесь у нас какая-то мышь завелась. Я слышу тебя. Ты топаешь где-то там. Или не там. Где-то слышала топот. Лучик. Вот мышь нагрызла тут. Только не говори, что ты там за морозилкой где-то. Вот. Так, ну-ка вылезай оттуда. Ты что придумал? Луч. Ты мышь поймал? Мне очень интересно. Лучик. Ну вот. И как я тебе выйду отсюда? Если ты тут сидишь. Выходи давай. Нашелся поганец. Луч. Сижу, караулю лучика, что-то он там начал греметь. Ты выходить собираешься? А, ты вылез. Молодец. Что это с глазами? Давай. Давай дальше. Туда иди. Все, пусть сидит. Теперь мне можно лишнее все на улицу вытащить. Ты опять хочешь кутуши? Ой, если только ты сейчас на чердак со мной полезешь, это вообще будет там лампочка перегорела. А я не знаю, в каком положении выклы, как ее поменять.
Вот, ну ладно, я тут пока убиралась и нашла старые фоточки. Может быть, кому-то будет интересно посмотреть, как выглядел еще тогда не совиный дол примерно 20, ну, с лишним лет назад. Вот это я. У меня на плече мой первый ястреб-тетеревятник по имени Рус. Это мой первый год занятий с ловчими птицами. То есть я не помню, это 20-й или 21-й год, или 22-й. В общем, какой-то... Ой, 20-й, 20-й. 2000-й, 2001-й или 2002-й. Нет, сейчас я точно скажу. По-моему, это был 2004-й, когда у меня появился ястреб именно. Вот. И вот это забор. Это забор бабушкиного участка, вот который как раз... Сейчас выкупили обратно, то есть вот здесь у нас сейчас стоит, тут вот наш совиный дол, соответственно, вот дом. То есть тут совешня, там дом. Это был совсем новый забор, судя по цвету, и здесь сейчас растет сосна большая. Вот, дорога такая. И липа, вот эта вот липа, которую недавно спилили. Она там уже была и была такая большая. Причем забор стоит... А, это нет, это те самые липы, которые сейчас у мамы. Они такие тонкие, что вот это... Вот окно избушки как раз. А вон та липа, это вот. Она достаточно тоже не очень толстая. Вот. В общем, вот так это выглядело. Вот это тоже я. И песик Дик. Вот это вот. Вот так вот выглядел бабушкин дом. Тоже новенький, блестит. И елочка, которую вот недавно срубили. Вот она еле-еле над крышей тут такая. Вот из-за этой елочки у дома такая крыша была спроектирована. То есть, чтобы им обоим было комфортно. Тут яблоня была. Я еще помню, в детстве она была нормальной яблоней. На ней были яблоки невкусные, но красивые. Вот эти вот яблони, они до сих пор остались. Вон там рябина, которую вот владельцы этого участка, вот прошлые, они ее полностью срубили. И вот торчит липа, которую тоже срубили, спилили. Вот, это то же самое, тот же пес Дик, то же самое время. Это мой первый ворон по имени Тиль. Это тоже, наверное, 2004 год. Вот тот же дом. Вот здесь вот сейчас у Ирины Александровны заборчик и виноград, огромный можжевельник. Вот, то есть вот здесь вот так вот. А тут у нас на самом деле была лавочка. Сейчас тут бочка стоит. Все тоже заросшее. А это радуга на самом деле фотографировали. Вот радуга такая. А, то же время те же лица. А, краешек избушки. Вот на этом месте сейчас стоит летний домик. Такой гостевой. Вот здесь скамеечка Ирины Александровны, на которой она все время сидит. Здесь растет яблоня, а вот тут вот сейчас вот тропинка проходит к туалету. Тогда я не помню, был туалет или нет. Здесь был просто вот в этом месте была помойка. Но в это время уже она была ликвидирована. Здесь еще росли бузина, росла такая. Вот только-только начинает мама огород делать. Вот здесь. То есть вот он заборчик идет дальше там. Вон там видно краешек, даже баня уже стоит. Вот, это как раз были те времена. А вот это вот весна, наверное, начало мая. Вот уже построен дом. Ну, то есть он, да, на этих фотках построен. А вот все новенькое, как это выглядело. То есть сарая здесь еще даже нет сарая. Вот. Вот так здесь было вот возделана земля. Вот так вот тут дикий виноград тоже рос. В общем, и прямо стояла эта антенна. Вот, вот так вот выглядело 20 с лишним лет назад. Наверное, может быть, даже ровно 20 лет назад. Тот участок. Вот. Да, Луч? Скажи, я не знаю, меня не было тогда здесь. Такой сидит, помогатор маленький. Да. Да, такой почесал себе уши. Ладно, давай, мне надо заканчивать. Уже ночь вообще на дворе. Надо вот эти пакеты пока на чердак затащить.
Вот, тут протереть полы. И, наверное, на днях уже буду вот этого товарища подселять, пытаться к Кутуше. Он сидит такой приофигевший. Вот он. Да? Такой смотрит. Вот. Тюнечка уже спит. Ночь же, вот я и сплю.